Всем привет! С вами канал «Современные родители». Сегодня представляю вам аэрогриль Eisenhof AF600. В описании под видео вы найдете подборку ссылок на магазины с актуальным наличием и лучшими ценами. Чтобы получать уведомления о выходе новых роликов, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Буду рада вашей поддержке. Делитесь впечатлениями в комментариях и ставьте лайки. Это классический аэрогриль с выдвижной чашей. Внутри чаши находится перфорированная корзина, в которую и помещаются продукты при приготовлении, а все лишние жидкости и жир через отверстие стекают в чашу. Корзины и чаши изготовлены из нержавеющей стали и покрыты антипригарным слоем толщиной 15-25 микрометров. Аэрогриль имеет довольно компактные габариты и легко поместится на обычной кухне. Дизайн, сочетающий черный цвет и металлик, отличается одновременно актуальностью и нейтральностью, так что подойдет к любому интерьеру. Объем чаши 5 литров, благодаря чему можно приготовить большую порцию любого блюда, обеспечив ужин на всю семью или компанию из нескольких человек. Управление осуществляется с помощью сенсорной панели. В аэрогриле предусмотрено 8 режимов с предустановленными параметрами. Для каждого из этих режимов есть отдельная кнопка, чтобы быстро запустить программу. Но при необходимости можно настраивать температуру и время приготовления по своему усмотрению. Для этого также есть отдельные кнопки для выбора настраиваемого параметра и кнопки с обозначениями «плюс» и «минус» для регулировки. Во время процесса готовки на небольшом экране отображается оставшееся время и поддерживаемая температура. По окончании приготовления аэрогриль автоматически выключается, что защищает устройство от перегрева. Технология AirFlame для равномерной обжарки каждого кусочка. Циркуляция горячего воздуха в небольшом объеме создает ту самую хрустящую корочку снаружи и нежную текстуру внутри. Мобильное приложение Eisenhof Kitchen. 50 рецептов в вашем телефоне. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Сильный запах пластика. Довольно тяжеловат. Коротковатый кабель питания. Нет книги с рецептами в комплекте. Теперь перейдем к положительным. Сократил время готовки. Простота, скорость, емкость. Удобное меню управления. Имеет малые габариты. С помощью режимов легко готовится пища. Позволяет готовить кучу разных блюд. Достаточно легко мыть. Не сильно шумит. Экономичен в плане электроэнергии. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Делитесь впечатлениями от ролика и модели в комментариях. Буду благодарна за поддержку в виде лайков. Не пропустите новый обзор. Для этого подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Современные родители».